Татьяна, передаю тебе большой привет. Вот, желаю тебе счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Друзья, всем привет, всем привет. Вот, короче, сейчас утро, и мне прям с утра захотелось арбузика. Я пошел на рынок и купил арбуз. Вот такой вот арбуз. В общем, весит он больше 10 килограмм. Сейчас я его разрежу пополам и покажу вам, как он выглядит. Друзья, ну вот я разрезал арбуз пополам. Вот видите, какой он красный, красивый арбузик. Пахнет так классно. А, запах такой ароматный, прям хочется арбузика. И смотрите, прям серединка видно такая, это сахарная. Хороший вообще арбуз. Сейчас я его порежу от кожуры, порежу его на кусочки и будем с вами кушать. Друзья, ну вот я порезал арбуз на кусочки. Вот так он выглядит. Такой спелый сахарный арбуз. Смотрите, какой красивый, какая красота, друзья, да? Какая красота. Какой клевый арбузик. Вот, в общем, друзья, сейчас будем с вами кушать. Если вы тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Друзья, ну что, давайте кушать. Приятного вам аппетита. Друзья, вообще обалденный арбуз, очень сахарный, очень сладкий. Выскользнул. Друзья, кстати, в этом году я первый раз ем арбуз, но в этом году я ни разу еще не ел.
вкуснятина. Объелся арбузом. Полный живот арбуза. Очень вкусный. Очень сахарный арбуз на 5 баллов. Вот. Прям получил удовольствие от поедания арбуза. Ладно, друзья. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот, желаю всем счастья, здоровья, удачи. Пусть все ваши мечты сбываются, и пусть у вас все будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока.